Вот о чем я и говорил. Лето закончилось. Остался последний рубеж. Я про завтрашний день, про 9 сентября. Что-то на него овер до хера чего выпало. Сразу несколько событий, на которых хотелось бы побывать. Но на куски не разорвешься, разумеется. Поэтому предлагаю каждому из нас сделать выбор. Стикер заказывали? Ну, во-первых, с 9 числа стартует очередной фестиваль стикеров «Мостик». Да, и давайте я сразу поправлюсь, что речь сейчас пойдет чисто о Москве. «Мостик» уже не первый раз посещаю, а тут даже получилось попасть на подготовку. Посмотреть, как ребята клеют коллажи для грядущего ивента. Сейчас не стоит цели рассказать, что здесь да как. Мне бы все-таки хотелось, чтобы вы сами приехали и заценили, насколько здесь классно. Подобных тематических мероприятий, считай, вообще нет. Так что, если вы в курсе, то обязательно приезжайте. Вся вкуснятина продлится 3 дня. Мы ходим, чисто рассматриваем локацию. Все пройдет на свежем воздухе. Вот этот весь угол будет. А что, чуваков тут нет? Они не красят, что ли? Они там красят. А, то здесь вообще никого нету? Сейчас нет. Ладно, удачи. Так, ну и что, вот здесь, да, будет все? Типа вот на этом? Это забуга? Я тоже подумал, но вроде нет. Подготовка идет полным ходом, но даже уже сейчас все смотрится довольно приятно. Какая классная идея по освещению сырёк от дерева. Да, мне тоже очень понравилось. Ну и вот, короче, за это лето я нормально так наснимал контента. На сказочку суперски съездил, о чем будет жирнейший ролик, а то и не один. Кстати, завтра в Мутаборе будет типа автопати, куда я обязательно отправлюсь после мостика. Это уже получается 2 события. Загибаем пальчики. А если дождь? Скажи мне сразу, я волнуюсь. Да мы натянем вот эту штуку на корнере. А, мы встретили одного модника Москвы, Алсити модник, с охуенной леопардовой зебра-сумкой. Бля, какой классный кусок, господи. Артуа! А что-нибудь будет от Артона? Они не захотели нас в этот раз спонсировать. А мы знаем почему. Почему? Санкции. Давайте я вам вручу по шмотке, который будет. Давай. И пятихатку себе. Вот это вручу. А, это мне. Так, не вижу. Груша, блин. Вот это хорошо. Нормальный мерч. Так, это твое. Ну что, а ты... За халтуром. Ой, блядь, Володь, что-то не получилось. Да, надо было стикер-мастера заказывать. Ну, я так посмотрел, поволонтерить на Мостик тоже довольно приятно. Отличный вариант влиться в компанию и обзавестись новыми знакомствами. Ну, это я так, на заметку. А вот куда я не попаду, это на концерт группы Dimental, в которой играет Рамыч. Кстати, вход свободный, можно сходить послушать пацанов. Это тяжелая музыка, так что имейте в виду. Ссылки на всю информацию и на все мероприятия вы найдете в описании. Сориентируйтесь, там несложно. Со следующей недели будут уже выходить нормальные, полноценные выпуски. Ну а это так, чисто информационный получился. Как раз перед новым сезоном. Так что давайте, может, увидимся.